Бережная стирка, как бы странно это ни звучало, начинается с корзины для белья. Чтобы не пришлось бороться с трудновыводимыми пятнами от сырости, лучше хранить грязную одежду в ящике с небольшими отверстиями. Это убережет ее от плесени, характерного запаха и, как следствие, агрессивных моющих средств. Информацию о том, чем можно стирать конкретную вещь, порой можно найти на ярлычке изнаночной стороны. Помимо этого, на нем указывают состав ткани и требования к режиму стирки. Если такой ярлычок не сохранился, желая сберечь форму и цвет вещей, стоит помнить три простых правила. Грамотно выбирать порошок, грамотно выбирать режим для стирки и грамотно сушить одежду или обувь после стирки. Все это элементарные те три правила, которые позволят вам дольше сохранить вид, форму и долговечность вашей одежды или обуви. Грамотно подобрать средства для стирки и режим можно, условно разделив все белье на 4 группы. Первая – это постельные принадлежности, полотенца и другой бытовой текстиль из натуральных тканей. Для них выбирают универсальные порошкообразные средства. Для отбеливания таких вещей подойдут усилители на основе перекисных отбеливателей. Рекомендуемая температура стирки бытового текстиля от 60 до 90 градусов Цельсия. Вторая группа – цветное белье, сорочки, джинсы, нижнее хлопковое или смесовое белье. Стирать их лучше на 40 градусов. Средствами для цветного белья. Будет это гель или порошок, значения не имеет. Чего нельзя сказать о третьей группе – белье из деликатных тканей. Его стирают на специальном режиме и при температуре не ниже 30 и не выше 40 градусов, желательно гелеобразными средствами с добавлением смягчителей. Еще более деликатного подхода требуют вещи из натуральной шерсти. Лучше всего стирать такую одежду вручную со специальным моющим средством или обычным шампунем, а при полоскании использовать кондиционер. Сушить при комнатной температуре, потому что если температура будет выше определенной нормы, то есть там, допустим, если вы ее будете сушить на батарее или какими-то подручными средствами, то одежда может сесть. Чтобы вещи любой категории при сушке не садились, не выцветали и не плесневели, после стирки их советуют размещать в хорошо проветриваемом сухом помещении, вдали от прямых солнечных лучей.